Казанский федеральный университет отметил свой 215-летний юбилей. Концертную программу, на которую были приглашены студенты, сотрудники и выпускники КФУ, открыл ректор Ильшат Гафуров. За годы своего развития университет прошел непростой, но достойный путь, став одним из ведущих вузов страны. Благодаря непрерывному совершенствованию научно-исследовательской и образовательной деятельности наш вуз стремительно улучшает сегодня свои позиции не только в стране, но и в мировом пространстве. Торжественные мероприятия Казанского университета всегда завораживают зрителя красочностью и насыщенностью программы. Я вас искренне поздравляю, я очень люблю наш университет, я очень горжусь тем, что я выпускник юридического факультета, тогда еще Казанского государственного университета, теперь Казанского федерального университета. В этот раз целый ряд видеоанимаций погрузил зрителей в самые знаковые моменты истории Казанского университета. А хореографические постановки о жизни Альма-Матер в различные эпохи. Здесь очень много людей, очень много интересных людей. И с каждым общаясь, понимаю, что Казанский федеральный университет – это множество возможностей и множество эмоций. Красной нитью через все представление проходили зарисовки из жизни выдающихся ученых, писателей, общественных и государственных деятелей, чьи судьбы были тесно связаны с развитием Казанского университета. Все, кто поздравлял Казанский университет с днем рождения, так или иначе повторяли главную мысль всех торжественных мероприятий. Самое важное в Казанском университете – это люди. Это было вновь подчеркнуто в финальном номере концерта с участием ректора КФУ. Его лейтмотивом стала фраза «Только благодаря слаженной работе единой команды мы можем достичь самых амбициозных целей». Здесь у нас все институты, а как известно, когда у нас все институты вместе, у нас рождается что-то абсолютно фееричное, абсолютно яркое и классное. Казанский федеральный университет – это каждый из нас. Все мы, совершая научные открытия, достигая побед в спорте, обретая себя в творчестве, передавая свои знания и представляя КФУ на различных российских и мировых площадках, становимся частью его великой истории. Валерия Муратова, Виолетта Басова, Универньюз.